Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні, напередодні весни, ми говоримо про те, як же скинути зайву вагу, яку ми набрали посеред зими, і яку ми не можемо скинути, як ми не стараємося. У мене в студії сьогодні наша улюблена дієтологиня Дарина Лівих. Вітаю вас, пані Дарино. Здравствуйте. Розповідайте. Зима проходить, скоро весна, люди починають піклуватися про свої фігури, чомусь раптом після зими. До речі, чому після зими? Почему после зимы – это актуальный вопрос, потому что прежде всего зимой мы набрали так или иначе праздники, застолья, жирная обильная еда, масленица впереди еще будет. Поэтому, естественно, мы и физиологически это нормально, что мы зимой набираем чуть больше веса, потому что это защита организма от холода. Поэтому это физиологически это нормально. Весной же, да, мы хотим, особенно женщины, преображаться, надевать платьички, юбочки, каблучки, все это смотрится тогда хорошо, когда нет, ну, нет лишнего веса. И здесь важно определить все-таки, да, кому стоит сбрасывать вес, кому не стоит, кому надо беспокоиться, кому не надо беспокоиться. Лишний вес, что это такое, как он проявляется, потому что женщина, которая там весит 50 килограмм, может полагать, что у нее лишний вес, считать себя толстой и жирной. И мужчина 100 килограмм, он может не считать, что у него есть лишний вес. Вот здесь важно понять, да, считается и определяется лишний вес по индексу массы тела, то есть как он определяется? Вы свой вес делите на рост в квадрате, получаете определенную цифру. Если эта цифра до 22, то о лишнем весе речь вообще не идет. То есть вообще лишних килограммов нет от слова совсем. Если эта цифра 24 и 25, то нужно уже задуматься. То есть это определенная есть уже, значит, тенденция, которая говорит, что уже пора, звоночки звонят. Если эта цифра больше 25, значит, у вас есть лишний вес, именно лишний вес. Если эта цифра больше 30, значит, это уже не лишний вес, это уже ожирение, это уже заболевание. И это ведь не просто внешний косметический дефект, это огромные риски заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, да, сердечно-сосудистая патология, это эндокринная патология, сахарный диабет, это нарушение опорно-двигательного аппарата, артриты, артрозы, травмы, растяжки, остеопороз и так далее. И вплоть до онкологии. Сейчас уже четкая взаимосвязь есть онкологических определенных болезней с лишним весом. То есть это не просто внешний какой-то, да, ну вот там где-то торчит, там где-то. То есть нужно просто отделить мух от котлет и понимать, это лишний вес, это ожирение, с этим нужно срочно что-то делать. Это важно. А чому тоді, от я думаю, хтось набирає вагу, а хтось ні? З чим це пов'язано? З особливостями організму, не знаю, з харчуванням, адже хтось може їсти скільки завгодно і що завгодно, і все одно не набирати вагу. А комусь достатньо випити склянки води і вже все. Так, звісно, всі ми різні. У всіх нас різна генетика, різні мітохондрії, різні гормони, возраст, вес, пол в тому числі. От якщо взяти, наприклад, мужчину, мужчин и женщин, то мужчины набирают чаще лишний вес. Да, по статистике в Украине 62% мужчин имеют лишний вес и 55% женщин. То есть, по сути, это каждый второй украинец имеет лишний вес. У каждого четвертого уже ожирение. Поэтому об этом, да, нужно помнить. Что влияет, какие причины, собственно, лишнего веса могут нас натолкнуть на то, что вот, да, это проблема, и с этим нужно работать. Причины можно разделить на внешние и внутренние. Внешние причины – это то, что на нас влияет извне, внутренние – это как раз-таки гормоны, это пол, это возраст, это то, что мы, по сути, изменить, ну, не можем. А внешние причины мы можем изменить. И как раз-таки главные причины – это именно внешние. Какие? Это основных две. Когда мы едим, потребляем больше энергии, чем мы тратим, и второе – это малоподвижный образ жизни. Это основных две самых глобальных проблемы.
и причины, которые способствуют возникновению лишнего веса. Вы правильно сказали, что у кого-то, значит, кто-то ест все подряд и не полнеет, кто-то достаточно там все чего-то одного и уже там плюс килограмм. Это, конечно же, зависит от гормональных моментов, которые тоже перед тем, как худеть, очень важно выяснить, сдать анализы, сдать, проверить щитовидную железу, уровень гормона инсулина, лептина, липиды свои проверить, чтобы вы понимали, на фоне чего вы худеете и на что влияет, для того, чтобы похудеть более качественно, полноценно, правильно и закрепить этот результат надолго, а не на месяц. Ну от, да, от якраз про результат надовго. Як тільки ми перестаємо, як тільки ми злазимо з дієти, виходимо із спортзалу і більше туди не ходимо, ну все ж повертається навіть в більшій кількості, так, наскільки я розумію? Звісно. Уже неоднократно доказано, що вот эти качелі, коли похудела, набрала, похудела, набрала, то есть с каждой новой диетой, с каждой новой попыткой ваши шансы вообще похудеть будут все меньше и меньше. Поэтому нужно просто в какой-то момент остановиться и разобраться, да, потратиться и сдать анализы, которые вам назначит специалист. Какие вам нужно сдать, чтобы понять, в чем причина того, что вы набираете вес. И именно повлияв на причину, можно, естественно, закрепить этот результат надольше, надолго, и сделать это именно с пользой для здоровья, а не так, что за неделю до 8 марта кефирная диета, сбрасываю минус 6, и отлично. Тут, кстати, важно еще сказать про скорость снижения веса. Если вы худеете, то скорость – это 5% массы тела в месяц. Например, если это 80 килограмм, ваш вес сейчас 80 килограмм, то за месяц вы можете похудеть не больше, чем на 4 килограмма. Это важно, особенно это актуально, ну, не во все времена, но особенно весной. Почему? Потому что это весна, это и так смена сезонов. Это риск и нагрузка на иммунную систему, на гормональную систему. То есть идут определенные перестройки внутри организма. Если мы на этом фоне еще резко будем сбрасывать вес, то неизвестно, где у вас выстрелит, понимаете? В слабом месте где-то обязательно может порваться. Это либо желчекаменная болезнь, особенно часто это у женщин обострение или возникновение. Это месячные там, да, сдвиги разные, ухудшение работы гормональной системы. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны и желательно, конечно, консультируйтесь со специалистами, чтобы и это точно не фитнес-тренеры, потому что они как раз-таки за быстрый результат, чтобы вы быстро похудели и дальше, значит, были красивыми. А у меня, как у врача, другая цель, чтобы вы были здоровы и при этом были стройны. И мне, правда, очень хочется, чтобы украинцы были стройнее, чтобы у нас было не каждый второй, ну а хотя бы там каждый пятый, каждый шестой. Среди европейских стран это реально сделать, но это в наших руках. А украинцы схильни, да? Да, ну у нас каждый второй человек имеет лишний вес. Это огромное, на самом деле, ну большая половина людей имеет лишний вес. Это огромная нагрузка даже на экономику, потому что такие люди чаще болеют, чаще берут больничные, чаще травмируются. Они раньше, например, могут получить инвалидность или по состоянию здоровья уйти, да, там, с работы или там, да, уходить на больничные постоянные. А это тоже нагрузка, поэтому наше здоровье в наших руках. Но важно, чтобы вот как вы правильно просвещаете людей, чтобы таких людей, таких проектов было еще больше. Я, в свою очередь, я всегда поддерживаю такие вот образовательные, просветительские мероприятия, чтобы как можно больше людей просто включались в этот процесс и не думали, что у нас там государство плохое, медицина не такая, или там нам нечего есть на полках, одни там фастфуды, да, ну это просто ваш выбор определенный. И вы либо делаете его в сторону здоровой жизни, либо не делаете. Это зависит от вас.
Ну так, наше життя в наших руках насправді. Ну і от дивіться, скоро весна, вітамінів стає все менше і менше. Люди, хтось чекає, наприклад, після масляної, щоб там піст почнеться великий, да? Хтось його використовує як духовне очищення, хтось використовує там в цілях схуднення. Все одно питання постає, що їсти, щоб наїстися, ну щоб не бути там голодним, і щоб не набрати. Що з'їсти, щоб похудіти? Щоб такого з'їсти, да. Щоб похудіти. Перше, дійсно, вітамінів становиться все менше. Ті сезонні овочі, які у нас хранились там где-то в підвалах, на складах, звісно, в них уже намного менше полезних веществ. Это да. Но важно помнить одну важную вещь. Если мы съедаем даже самую полезную еду, но при этом мы сидим 12 часов на стуле, на попе, на диване, неважно, то есть не двигаемся, то пользы в этом нет. Почему? Просто представьте себе, есть теплостанция, да, теплоэлектростанция, неважно. Это ваши митохондрии в организме. Есть топливо, которое нужно для того, чтобы вот заправить эту электростанцию, и она вырабатывала энергию. Вот представьте себе, вы загрузили, значит, топливом вагоны, и они попали в туннели, в пробку, то есть они там застряли. Вроде и топливо есть, и вроде транспорт есть, но к электростанции это не дошло. То есть нету, по сути, все есть, а результата нет, энергии нет и пользы нет. Поэтому ваша основная задача акцентировать внимание не на том, что вы едите, даже в первую очередь, а на том, сколько вы двигаетесь, насколько у вас работают системы доставки. Это кровеносная система, это лимфатическая система, это то, что доставляет клеткам энергию и все полезные вещества, и система выделения, то есть это мочевыделительная, это кишечник, это желчь, это кожа и кишечник, да? То есть вот эти системы, на них нужно прицельное внимание. Если не работает доставка, ничего не получится. Если не работает вот, да, система выделения, то тоже будет плохо. Не будет энергии, там будут слоиться ногти, выпадать волосы и так далее. Это вот это ключевое. Теперь, что же все-таки есть? То есть двигаться нужно каждый день, я думаю, это понятно. Минимум 40 минут, лучше час, каждый день активности должно быть. Это минимум, что мы можем сделать. Иначе мы стареем, к сожалению, мы стареем очень быстро, особенно если мы не двигаемся. А что же все-таки есть, отвечая на вопрос Натальи? Весной, чтобы быть все-таки здоровыми, красивыми. Важно, чтобы на каждой вашей тарелке, вот в каждом приеме пищи, были три ключевых компонента. Первое – это белки. Что это может быть? Это яйца. Если это пост, это бобовые, это орехи, семечки, это может быть рыба, потому что даже пост он разрешает рыбу, и вообще я всячески пропагандирую рыбу, потому что те люди, которые едят рыбу, живут дольше всех. Это тоже исследование, это не чья-то выдумка. Поэтому рыба, яйца, орехи, семечки, бобовые, да, вот эти продукты, они должны быть в каждом приеме пищи. Не все, но какая-то одна из этой категории. Дальше. Второе. Обязательно должны быть овощи. В течение дня вы должны съедать примерно 600-800 грамм овощей за один день. Это могут быть сырые, приготовленные, тушеные, запеченные. В любом виде это овощи. Если вы боитесь несезонных овощей, там перцев, помидор и так далее, выбирайте то, что осталось все-таки сезонное наше. Капуста белокочанная, цветная, это заморозка, брокколи, цветная, ну, капуста. Морковь, знову, да. Да, корнеплоды, это свекла, морковь, сельдерей, пастернак. Это все ж наше местное, это можно кушать. Желательно, конечно, если уже есть какие-то определенные нарушения там, с инсулином, с инсулинорезистентностью, то предпочитать такие продукты все-таки в сыром виде, с минимальной обработкой. Если же это капуста,
то ее можно в разном виде, да, там в тушеном, в сыром, в квашеном. Вот, кстати, наша особенная фишка – это квашеные продукты. Вот если, например, сравнить капусту, которая просто пролежала в погребе всю зиму, и которую заквасили с осени, и она вот сейчас, вот совершенно та, которая заквашена с осени, это капуста просто суперфуд. В ней полно витаминов, намного больше, чем в той, которая лежала просто вот всю зиму. Это вторая категория продуктов. И третья категория продуктов – это жиры. Не нужно бояться жиров, перестаньте бояться жиров. Нужно добавлять правильные жиры в свой рацион. Какие это жиры? Ненасыщенные, особенно мононенасыщенные жиры. Какие это? Оливковое масло, это жиры из рыбы, то есть из жирной рыбы, это авокадо, это орехи, семечки. Причем орехи, семечки не нужно пренебрегать нашими местными грецкими орехами, они одни из самых там полезных орехов, в которых много полезного жира, и в том числе белки. Из семечек кунжут, лен тоже не пренебрегать, это наши местные суперфуды. Вот жиры эти должны присутствовать тоже в каждом приеме пищи. Жиры дают нам что? Как раз и дают нам сытость долгую, то есть мы длительно насыщаемся, нам потом не хочется кушать. Они защищают нас от холода, они дают энергию клеткам, они делают мембраны клеточек, вот, да, собственно, мембраны клеток строятся из жиров, из липидов. И если мы даем клеткам качественный жир, качественные липиды, то, соответственно, и мембраны у клеточек будут строиться совершенно пластично, гармонично, они будут хорошо вот брать полезности и выделять их наружу, то есть клетка при этом будет здоровой, а если здоровая клетка, значит здоров целый организм. Вот эти три категории продуктов должны быть в каждом вашем приеме пищи, независимо это завтрак, обед и ужин. А жиры еще очень важны утром, потому что ночью мы долго спим, у нас застаивается желчь, и для того, чтобы эта желчь выделилась максимально полноценно и переварила то, что мы съели, должны присутствовать жиры. Ух ти, тоді за жири. Я за дякую жири. Вам за ці поради, які ви нам надали, тому що весна близько, вже все тане, струмочки течуть. Жирів вам побільше, та не бійтесь. Але не на боках. Але не на боках. Не бійтеся жирів, харчуйтеся здорово і зі здоров'ям, тримайте себе в тонусі, і все у вас буде добре. Більше посміхайтеся. Головне, більше позитиву. Тому що пані Дарина кожного разу, коли до нас приходить, від неї стільки позитиву і посмішок, що не дивно, що вона так гарно виглядає. Вчіться, дивіться на професіоналів і будьте професіоналами в своїй справі. Гарного вам дня. Не перемикайте телеканал відкритий. До нових зустрічей.